Всем привет! Давайте рассмотрим в этом ролике Blender 2.8. Прикольная штука, поменялся интерфейс, все здесь по-другому немножко, но в принципе осталось то же самое. Погнали разбираться, как да что. Так, вот заставку выбираем, как и по прошлым роликам, нажимая на свободном поле левой кнопкой мыши. Появляется у нас вот такой вот примитив свет и камера. Как их убрать? Нажав на примитив, и можно нажать Delete на клавиатуре. Как убрать, допустим, все? Нажимаем B английскую, появляется вот такая вот штукенция, и мы вот так выделяем и жмем Delete. Следом добавляем в Add Mesh и UV-сферу. Заходим в боковую вот эту панель. Она вот теперь вот так установлена. Прикольно выглядит. Заходим теперь в Modifiers. Находим Add Modifiers мультирезолюция. Вот так. И добавляем Divider. Ну, 2, ну, 3. Хватит. Следом нажимаем Ctrl-Tab. Появляется вот такая вот клавиша. Object Mode, Edit Mode, все по прошлым роликам, и Sculpt Mode. Можем нажать на Sculpt Mode и перейти в Sculpting. Вот она, все появилось, вот можно теперь с этим делом работать. Также жмем Ctrl-Tab, возвращаемся в Add Mode, Object Mode, и можно вот вынесены вверху теперь вот эти все клавиши, можно нажать Sculpting и перейти в Sculpting таким образом. Вот теперь у нас появилась сфера. Здесь у нас боковые, это у нас кисти. Если мы сбоку подведем вот так вот курсор, то появляется стрелка туда-сюда. И, короче, отводим ее в бок. И вот так вот они теперь организуются. Если мы еще в бок потянем. Так, сейчас я ее поймаю. Если еще в бок вот так вот потянуть, то у кистей появляются надписи. Вот, как называются. Clay, Shift, Clay и так далее. Можно прочитать, кто знает английский. Так, погнали дальше разбираться, что еще тут может нам помочь. Вот теперь есть классная такая боковая верхняя панель. Здесь оси Z. Можно модель рассматривать под разными углами с разных видов. Вот так вот. Вот по любой оси. Как это все дело убрать? Вот нажимаете вот сюда, вот на этот значок. И можете вот отключить здесь Flur, допустим, и убрать оси. Все, вот теперь у нас чистая поверхность. Как убрать вот эту панель? Нажимаем на этот значок, и все исчезает. Как теперь сделать сферу, именно материал сфере? Заходим вот сюда вот. Панельку вот в эту, и вот здесь вот есть сферы, жмем Matte Cap, нажимаем, и вот у нас появляются именно материалы. Вот можно взять глину, если нажать на студия, то здесь уже у нас свет можно корректировать вот так вот. Что еще здесь нам может помочь? Можно нажать на Single, вот это, и выбрать именно цвет сферы, какой мы хотим. Вот оттенок, вот такая штукенция, прикольная. Все быстро, хорошо, пусть будет пока зеленая. Что еще нам может дать вот эта панелька? Мы опять же на нее нажимаем, можно нажать Random, вот этот. Или подождем пока с рендом. Давайте Word. Нажмем Word и изменим задний фон. Опять же, здесь поможет нам эта панелька. Вот так вот. Нажимаем Word. И заходим вот в эту клавишу Word. Вот она. Находим Viewport Display. И жмем на клавишу и выбираем именно задний фон, цвет. Можно вот синий выбрать.
кому как интересно. Вот такая прикольная штукенция. Так, кисти есть, материал есть, что еще нам тут может пригодиться? Опять же, по прошлым роликам заходим вот в эту контекст. И вот здесь все настройки именно кисти. Здесь вот именно размер самого пера, самой кисти. Внизу это сила надавливания. Вот так вот она есть. И как все это дело можно откорректировать. Нажимаете F английскую. И вот вы видите, что кисть у вас становится меньше, больше. Нажимаете левой кнопкой мыши. Все, кисть у вас вот такая. Следом Shift F нажать. Получается вот надавливание. Именно сила будет. Вот уже сильнее появляется. Любую кисть также можно брать. Здесь вот есть строк, текстуры. Все это потом рассмотрим. Так, дисплей. Динотоп. Вот можно включить его и лепить динамически. Вот таким вот образом. Прибавить здесь ему можно, включить настройки. И вот здесь его полностью откорректировать. Контраст деталей. Subdivide. Вот теперь все лепится. Сетка меняется динамически. Вот такая штукенция классная. Вот, включаете этот значок Smooth Shading и Constant. Прибавляете резолюцию вот здесь вот. Здесь вот вы можете тоже менять Collapse Edge, Subdivide Edge и Subdivide Collapse. Вот, короче, все это дело вы можете менять под себя. Настройки, как вам будет удобней. Ctrl-Z, Ctrl-Z это все возвращает назад. Все как в ZBrush. Ctrl-Z, Ctrl-Z. И вот теперь вы можете полностью лепить, наслаждаться. Ничего тут такого сложного нету. Панельки, вот они. Потом мы их еще поразбираем. Посмотрим, что и как. Вот кисти. Текстуры тут есть, опции. Также можно динотопа это отключить, динамическую подгонку. Сетка будет динамически меняться за именно кистью. Вот так вы можете лепить. Ну вот такой краткий обзор. Фон поменяли, цвет в сфере поменяли. Рассмотрели, куда сжать, как, чего. Ну, в принципе, вот такая прикольная теперь штука. Аж самому хочется здесь работать. 79-й было как-то, а здесь теперь вот красочно, радужно все. Так, ну все, всем пока, до свидания. Вот такой был обзор.